страшное Христовое тайное, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Вечер весь совершенстве, отмирен и безгрешен, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Освети любящее благолепие дома Твоего, Ты тех воспрославя божественную Твою силою, и не остави нас уповающих на Тебя, мир, мирови Твоему дару, церковь Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, всяк дар совершен свыше есть, сходя от Тебя, Отца света, по Тебе славу, благодарение, поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Иисусе Христе, Боже наш, благослови пять хлебов и пять тысяч, насыть его и сам благослови хлебы сия, и вино, и умножи сия в благограде сем во всем мире Твоем, и вкушающий от них верное освети, яко Ты се благословляя, освящая всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
поздравляем с великой благословенной субботой. Напоминаю, что сегодня вечером в 22:30 начнется исповедь для тех, кто желает причаститься ночью на первой божественной литургии, а в полночь начнется пасхальная утренняя, затем божественная литургия, первая ранняя, и в 9:40 поздняя божественная литургия.